Семья экологов Сахановых вышла на субботник всем составом. Анна и Сергей считают, что в таких зеленых акциях нужно участвовать с самого детства. Жить в чистоте важно. Нельзя бросать бумажки. Берега Симферопольского водохранилища экологи чистят несколько раз в году, пытаясь своим примером показать. Нельзя к природе относиться потребительски и равнодушно. И призывают всех, кто любит отдыхать на берегах питьевого водоема, не оставлять здесь мусор. Крым определен как регион экологической чистоты, безопасный, комфортный для проживания. И президент это определил, и мы должны поддерживать чистоту, потому что это всероссийская здравница. И сегодня министерство в полном составе вышло на берег водохранилища, и наведем мы здесь порядок. И призываем еще раз выйти всем на улицы, навести идеальный порядок, чтобы мы должны жить в чистоте. Одесскую площадку в районе площади Московской приводила в порядок группа инициативных граждан во главе с мэром Симферополя Виктором Агеевым. Георгий Шаповалов вместе со своим сыном пришел на субботник. Первыми, кто должен заботиться о благоустройстве родного города, должны быть его жители, уверен мужчина. В первую очередь себя надо начинать со своего окружения, привлекать своих детей, для того, чтобы они приучались к порядку. И дальше уже будет, понятное дело, поддержка со стороны властей. Но в первую очередь люди должны понимать, что бросать окурки, сорить, это неправильно. Я пришел сюда помогать своему отцу, чтобы помогать убирать порчи имущества, красить, восстанавливать качели, там, горки, песочницы. Если люди живут и у них вокруг будут чисто покрашены качели, не поломано ничего, не намусорено нигде, ну, конечно, это радует глаз. К работе жителей города подключился и симферопольский мэр. Он убежден, внести свою посильную лепту в общую большую работу значит почувствовать себя частью сплоченного коллектива. Я считаю, что это этап начала осенних субботников, которые будут проводиться еще не один в городе Симферополе. Это один из первых, как бы он приурочен к Дню знаний, 1 сентября. Сегодня как бы все желающие, все, кто уважает и любит свой город, свой двор, свою улицу, сегодня выходят. В планах городской власти в районе площади Московской разбить полноценный сквер и оборудовать его новой детской площадкой. Егор Петрунин, Татьяна Шаманаева, Руслан Хохлов. Время новостей.